Продовжимо програму «Новий день» і з вами телеканал «Миколаїв». Наближається найчарівніше, найпрекрасніше, найтаємничіше свято року – Новий рік. Але звідки у таке таємниче і чарівне, і чудове загалом свято у декого бажання не бачити нікого, закритися у чотирьох стінах і замкнутися на своїх проблемах. Зараз дізнаємося, в якому настрої слід зустрічати Новий рік і як загадувати бажання, щоб вони здійснилися. А для цього ми запросили практичного психолога Світлану Дабадян. Доброго вам ранку. Здравствуйте. Отже, Світлано, звідки у деяких людей бажання замкнутися на своїх проблемах, закритися і саме в таке чарівне свято, як Новий рік? До недавнего времени не принято было говорить о том, что Новый год – это вообще праздник депрессии. И наши фейерверки, елки, огоньки, мишура, огромное количество желаний, да, приятные вкусные блюда – это именно способ проскочить с одного берега на другой, перепрыгнуть через эту пропасть депрессии. Откуда же здесь появляется… То есть это всего лишь спроба подолати депрессию и погане самопочуття? Да, это один взгляд, да, один из таких возможных интерпретаций этого периода в нашей жизни, вот когда заканчивается что-то одно и есть возможность для начала другого. И когда мы говорим о том, что старый год уходит, что время подводить итоги, что наступил период, может быть, с кем-то и с чем-то попрощаться, то именно здесь очень важно дать себе такую возможность отпустить, отгоревать, отплакать, отпечалиться для того, чтобы освободить внутри своей души новое место, пространство, для того, чтобы туда пришли какие-то свежие идеи, свежие ситуации, новые знакомства, новые впечатления. І це саме виявляється, що це свято не для веселощів, а навпаки для світлого суму, так? Для... Здесь, мне кажется, очень важен вот этот переход. То есть, если мы не будем обращать внимание на то, что уже отжило, с чем и с кем нужно попрощаться, то нам будет очень сложно радоваться, веселиться. Это будет в каком-то таком надрыве и возбуждении, потому что так принято, так нужно. Ну как это, Новый год, важно радоваться. А если же мы допускаем в своей жизни место для печали и для горевания, то тогда это будет действительно очень естественно, плавно, возможность перехода от одного уже старого, ненужного, к чему-то новому, необыкновенному, каким-то своим перспективам. Шановні друзі, ви можете поділитися з нашою гостею своїми враженнями, своїми думками і своїми переживаннями, які пов'язуються у вас з Новим роком, з переходом від старого до Нового року. До речі, Новий рік, власне, не починається 1 січня, він починається, він, мабуть, ще в грудні починається, і ось завтра вже починають зустрічати День Святого Миколая, до цього свята також неоднозначне і непросте ставлення. І наші колеги поцікавилися у городян міста, з якими відчуттями вони зустрічають це свято, і з чим Святий Миколай покладе під подушку. Вам цікаво дізнатися? Давайте подивимося. Вітаю вас! З вами програма «Новий день». І сьогодні ми дізнаємося, як мешканці Миколаєва святкують День Святого Миколая і що вони знаходять під своїми подушками. Чаще всего шоколадные конфеты, как обычно, мандаринки. Ребенок верит? Ну а как же, конечно. Все дети верят. Ой, Юля, тут нас камера снимает. Давай, короче, потом поговорим. Здравствуйте. Конечно, верим в Святого Николая. Детки, особенно деткам под подушечку ложить конфетки, там подарочки. Ну, мы верим, как говорится. Я верю в День Святого Николая. Ребята, я думаю, что верьте все. Чудеса всегда сбываются. Я верю в День Святого Николая. Верю в День Святого Николая. Пожелаем всем влюбленным хорошей, крепкой любви, долгой, самое главное, взаимной. Да, и чтобы взаимопонимание было, главное, в семье. У вас есть дети? К сожалению, пока нет. А когда будут, отбудете, может, им? Обязательно. А может, есть какие-то традиции семейные, скажем, после праздника? Ну, вот именно семейная традиция – это искать этот подарок, писать какие-то записочки, раскладывать в разные места, и потом, когда ребенок это находит, это очень весело. Очень верю в День Святого Николая.
Скажите, пожалуйста, вы верите в День Святого Николая? Конечно. Как вы празднуете этот праздник? Мы едим конфеты и пьем шампанское, и торты едим. А какие праздничные сюрпризы находят ваши дети под подушками? Какие мы положим? Как всегда, каждый год под подушку, каждое утро просыпаемся и ищем под елкой, под подушкой. Подарок. Подарок. Какой? Что ты любишь? Рыбакарь. Рой Робокар, вот, все. И много подарков. И много подарков. Все. Ты любишь Святого Николая? Да. Духовый. Спасибо большое. Пожалуйста. Чтоб весь, как говорится, у нас народ был просто счастлив бы тогда. Наші колеги просто якийсь такий позитивну добірку зробили, але я знаю, що різні відповіді були. Різні відповіді, різні спогади. І от хотілося б зараз саме про це поговорити. В дитинстві, це така дитяча, наївна віра в диво, але з віком ми розуміємо, що не Дід Мороз творить дива, а самі люди, і не всіх вистачає вже і серця, і сили, і натхнення. Ось це... відчуття дива нести протягом свого життя. Скажіть, будь ласка, як оцю віру в казку зберегти і ще й ділитися ось таким відчуттям дива з іншими? І саме ось у ці новорічні свята. Мені здається, здесь очень важно, когда мы взрослые, у нас есть дети, здесь важно не только создавать сказку родителям, но очень важно и деток привлекать. И если это совместные дела, мы вместе печем печенье, украшаем елку, мы пишем и письма Святого Николаю в ожидании подарков, и учим детей писать поздравительные открытки и дарить кусочек своего сердца, кусочек своего добра, то постепенно, когда мы взрослеем, у нас этот опыт становится очень естественным. То есть, когда мы были малышами, когда мы выросли, и нам хочется этот праздник, этот уют, это тепло создавать вокруг себя и делиться им. Хороша відповідь. Шановні друзі, поділіться своїми відчуттями з нашою гостею 76-92-42, що для вас ось ця ціла плеяда, череда зимових свят, які, чи вдалося вам зберегти ось це очікування і відчуття дива. А скажіть, будь ласка, Світлано, говорять за легендою, що на Святого Миколая оцей святий приносить слухняним діткам подарунки, солодощі, а не слухняним різочку. Але в реальному житті роль Святого Миколая виконують хто? Батьки для дітлахів. Чи правильно вони роблять, якщо справді не кладуть подаруночок під подушку, а кладуть різочку, натякаючи на те, що дитина була цьогоріч не дуже слухняною? На мій взгляд, здесь важливо помнить о том, что все дети очень хотят и очень стараются быть хорошими. И очень стараются заслужить родительскую похвалу, одобрение, восхищение, поддержку. И если ребенок ведет себя плохо, если ребенок драчун, если ребенок непослушный, если ребенок или подросток плохо учится, то для нас, для взрослых, для родителей, для педагогов это некий сигнал к тому, что с ребенком что-то не так, что-то в его душе не ладится, какие-то есть внутренние конфликты. И если мы еще больше будем давить и указывать на его недостатки, на его неуспехи, и в эту такую сказочную ночь на Святого Николая он под подушкой найдет не подарочек, не конфеты, а найдет палочку, розгу, да, то это еще больше его укрепит в том, что он недостаточно хорош, и это очень сильно повлияет на его самооценку и самоощущение. И, на мой взгляд, здесь очень важно в канун Святого Николая провести такой как бы анализ того, что же было хорошего в течение этого года, какие были успехи, над чем ребенок работал, где он старался быть успешным, удачным, трудолюбивым. И тогда это будет очень соответственно, что он получает подарок. А скажіть, будь ласка, а от слухняним діткам до якого віку слід класти подарунки?
Вы знаете, мне кажется, что в каждом взрослом, и в мужчине, и в женщине, и бабушке, и дедушке, до тех пор, пока мы живы, внутри нас остается маленький ребенок, который ожидает к себе внимания, ожидает такой поддержки, ожидает какого-то волшебства. И, конечно, очень приятная традиция и в семье, и в коллективе, когда мы обмениваемся этими подарками, и это может быть не просто какой-то предмет, это может быть какая-то забота, и это может быть какое-то письмо или открытка, которой мы обмениваемся, как будто это святой Николай подметил какие-то нюансы и тонкости и вот принес этот подарок, принес эту открытку или письмо. А скажите, а до какого віку в дитині слід підтримувати ось цю віру у доброго святого, який нагороджує дітлахів подарунками і ось такого доброго чарівника? До якого віку це не шкідливо, коли дитина повинна повернутися до реального життя і вже зрозуміти, що це тато з мамою? Ну, вообще это очень индивидуально, потому что есть детки, которые уже и в 5 лет не верят в Деда Мороза, они очень прагматичные, очень реалистичные, находятся в таком реальном мире, и они говорят о том, что никакого Деда Мороза нет, они крепко держатся за эту реальность, а есть дети, которые до 12, до 14 лет, они поддерживают в себе вот эту тайну, вот это волшебство, и для них это очень важно и ценно. А чи не буде потім таким розчаруванням в житті дізнатися? Повернутися до реалії. В среднем, получается, когда мы говорим вот об этом переходном возрасте, когда уже из мира фантазии, мира волшебства мы оказываемся в реальности, где нам приходится сталкиваться с тем, что нужно напрягаться, работать, что не все люди добрые, и во мне тоже есть и добро, и зло, когда я встречаюсь с тем, что я не все время могу быть хорошей девочкой, а иногда мне очень важно быть злой, что-то потребовать, как-то себя отстоять в этой жизни. И в среднем этот возраст – это где-то в районе 7 лет. Вот. И раньше наши дети именно в 7 лет шли в школу, потому что это как раз такой период перехода из детства ко взрослости. И в среднем где-то к 7 годам у детей происходит такое плавное развеивание этих фантазий, этого волшебства, и они уже понимают, что да, это родители, и сами включаются в такое поддержание чуда, поддержание праздничного настроения, как я уже говорила, такого создания атмосферы. Повернемося до початку нашої розмови. Ми говорили про депресію на свята. А скажіть, будь ласка, що може допомогти подолати цю депресію? Ну, первое, важно действительно выделить какой-то небольшой кусочек времени и внимания по отношению к себе, где бы мы могли провести такой самоанализ и подведение итогов уходящего года. И часто бывает так, что в канун Нового года нам очень тяжело, очень много новых дел, задач. Такое впечатление, что на нас это все наваливается, накатывает, мы затоплены всем происходящим. Мы действительно уже не до праздничного настроения, и мы вынуждены это делать, потому что так нужно, так принято, но наша душа находится где-то совершенно в другом месте. И для того, чтобы действительно мы были где-то рядом в состоянии праздника, комфорта, уюта, такой благости, то здесь очень важно разгрестись с теми завалами, которые накопились вот к этому окончанию нашего старого года. И кажется, что их так много, что важно просто закрыть глаза, убежать, не обращать на это внимания, но даже если мы потратим каких-то 30 или 60 минут на то, чтобы освободиться уже от ненужного, от старого, вернуть долги, почистить свою электронную почту, разобрать какие-то завалы у себя в квартире, на работе, да, как подведение таких итогов, то мы действительно почувствуем некое такое облегчение, что освободилось место для свежего, освободилось место для фантазии, для мечтаний, для новых планов, ожиданий. То саме так слід сприймати ось цю ось це генеральне прибирання, яке влаштовує кожна господиня напередодні нового року. Не як каторгу, а навпаки, як місце, що очищується для чогось нового так і приємного. Так і є. І нам дійсно інтуїтивно дуже хочеться навести порядок, там, постирати штори, да, убрати все ненужне, вот, освободити місце дійсно для нового і для свіжого. Дякую вам, Світлано. Ну що, можна наприкінці нашої розмови порадити: звільняйте місце для нового, для свіжого, для прекрасного і в хорошому настрої. Прощайтеся із сумом у старому році, зустрічайте новий рік із гарним настроєм. Дякую вам, Світлано, і вам гарного настрою і веселих свят.